В почтовом ящике меня ждал маленький желтый конверт. Я села на заснеженное крыльцо, чтобы вытащить и прочитать записку. Фабьена, тебе 30, с днем рождения. Здесь жаркое и тяжелое оранжевое солнце, как будто на небе висит огромный фрукт. Я не скучаю по вашей зиме, но с удовольствием бы съела сейчас кусок праздничного торта и размазала тебе крем по лицу. Никогда не могла удержаться, ты же знаешь. Я вернусь весной, не терпится уже. Ты чувствуешь себя бодрее, чем в прошлом месяце? Расскажи мне о своих новых картинах. Привет твоему красавцу Фридриху. Анна. Я аккуратно положила записку в конверт и прижала к груди. Моя лучшая подруга Анна всегда помнила о моей любви к бумажным письмам, посылкам и открыткам. И хотя ее жизнь была гораздо насыщеннее моей, она ужинала на одном континенте, а просыпалась на другом, она всегда улучшала момент, чтобы отправить мне пару писем каждый месяц. Я смотрела на падающий снег и гладила бродячего кота, которого уже несколько месяцев подкармливала. Он был чем-то похож на меня, такой же потерянный. Пока я отпирала дверь, зазвонил телефон. «Алло?» «С праздником». «Спасибо». «Видишь, я не забыл тебя. Я никогда тебя не забуду». «Спасибо». «Пока». «Пока». Мне хотелось постоять в тишине, чтобы мы послушали молчание друг друга, но просить об этом было бы странно. Я аккуратно положила трубку, словно раненого птенца. «Анна, твоя открытка пришла вовремя. Если хочешь, я подожду, не буду есть без тебя торт. А когда ты приедешь, устроим кремовую битву. Мне необходимо посмеяться. Помнишь, я рассказывала тебе о рыжем коте? Я стала его подкармливать. Не знаю, как у него это выходит, но не удивлюсь, если однажды обнаружу у него на лапке часы. Он приходит утром и вечером всегда в одно и то же время. Ты поможешь мне придумать ему имя?» У меня сейчас плоховато с воображением. Я пишу тебе, а на улице тихо падают снежинки, и мне хотелось бы быть столь же легкой, как они. Наверное, скоро так оно и будет. Я потеряла несколько килограммов, есть больше совсем не хочется. Ходила сегодня к врачу. Плакала, рыдала, задыхалась, а потом начала извиняться, что использовала все его носовые платки. Бедняга узнал всю мою подноготную за первые же несколько минут. Диагноз все еще звенит у меня в ушах. Большое депрессивное расстройство. У меня? Так хотелось показать этому диагнозу большой факт. Я сложила в углу мастерской полотные кисточки, отменила вернисаж в Нью-Йорке. Этьен еще не знает. Честно говоря, я побаиваюсь его реакции. Я рассталась с Фридрихом, хотя он и был против. Он только что звонил, поздравлял. Мы любим друг друга, но я не такая, как он думает. Не терпится тебя увидеть. Фабьена. Вечером мне совсем не хотелось спать, хотя тело и голова налились свинцом. Сидя